Во Владивостоке по инициативе Ассоциации взаимодействия и развития предприятий Международный бизнес-клуб «Диалоги» состоялся второй дальневосточный медицинский форум ДМФ «Диалоги-2021». Впервые мы провели форум до пандемии в 2019 году, где мы на одну площадку пригласили все формы собственности частной медицины и систем здравоохранения. Этот форум отличается по содержанию. Люди научились ценить свое время, любить, уважать себя. Огромные требования были предъявлены к программе, к участию, к подготовке. Этот форум уникальный. Спикеры звездные, звездный состав. Все верят в развитие Дальнего Востока. Приехали спикеры из Москвы, Уфы, Новосибирска, Стамбула. На площадке форума выступили успешные руководители ведущих медицинских организаций российского и международного уровня. Они поделились своими управленческими практиками ведения медицинского бизнеса, личным опытом и инструментами в построении эффективного менеджмента организации. Я очень рад, что меня пригласили участвовать в Дальневосточном медицинском форуме, потому что площадки подобного рода, где собираются неравнодушные специалисты разного профиля, разной формы собственности, рассматриваются разные вопросы, но все их отличает актуальность для пациентов и для работников отрасли, и, соответственно, они крайне важны для развития всей системы здравоохранения. Ключевыми вопросами программы стали основные тренды развития здравоохранения и частной медицины, особенности работы с корпоративными клиентами, основные технологические тренды, стресс-серфинг для врачей, цифровые решения в медицинском бизнесе, сервис медицинской организации и информационные технологии в медицине. Отсюда. И мне всегда особенное удовольствие доставляет, какой-то свой, пусть небольшой вклад сделать в то, что здесь происходит. Происходит много интересного, действительно, особенно последние лет 10, наверное, прям много всего интересного стало происходить. Это приятно, что столица Дальнего Востока действительно становится столицей проведения еще и деловых мероприятий. Сегодня особенно необходимо объединение, коллаборации, совместные действия во благо действительно нашего здоровья. Цель нашего форума – привнести для главных врачей, владельцев частных клиник и учреждений здравоохранения новые знания, привнести новые технологии на Дальний Восток, потому что это положительно отразится на нашем с вами здоровье. Екатерина Зверева, Станислав Лазебный, новости на Восьмом.